В парке детства в районе Угличская ГЭС идут масштабные работы по благоустройству в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе». Мы целый год общались с инициативной группой, архитектор помог нам, сделали проект. Учитывая, что в прошлом году здесь был открыт скейт-парк, учитывая то, что в этом году педучилище со своей стороны на своей земле будет делать спортивную площадку, мы обустроим и приведем нормативное состояние дорожки, освещения, то я думаю, что это будет очень хорошее место, и горожане по достоинству оценят. Рядом на берегу Волги расположен парк «Надежда». В этом году он будет одним из 4 претендентов на победу в проекте «Решаем вместе». Городу выделяют 14 миллионов рублей. И мы подумали, что посоветовались с комитетами территориально-общественного самоуправления, с инициативными группами. И понимая, что мы сделаем очень хороший вариант для жителей в парке детства, было бы логично, если бы продолжить благоустройство и с видом на Волгу. Здесь отличное место, природа. Мы, когда с большой инициативой посадили здесь деревья, но, к сожалению, это не обустроено. И было здорово, если бы мы могли установить скамейки, поставить освещение, сделать дорожки. Кроме того, эта программа предусматривает возможность и подходы обустроить. Вы знаете, что с улицы Спасской дорога здесь, конечно, в неудовлетворительном состоянии. И мы могли бы все это совместить, то есть подход, тротуар и само дорожное полотно. И вот этот парк, конечно, я думаю, стал бы одним из любимых мест наших горожан. Кроме этого объекта, мы предлагаем горожанам еще 3. Один – это парк учителей в Солнечном, который был несколько лет назад обустроен вместе с поддержкой тоже территориально-общественного самоуправления по инициативе жителей. Но, безусловно, он не отвечает современным требованиям. Недостаточно малых архитектурных форм, а те, которые есть, они, конечно, уже пришли в ненормативное состояние. Хорошо бы сделать дорожки, хорошее освещение. И еще 2 территории, которые мы предлагаем. Первое – это парк «Сквер часовщиков». Ну, это рабочее название. Это зона, начиная от Магнита по улице Никонова до Добрыни. Вот это большая территория, которая несколько заболочена. Она тоже без, не обустроена, без тротуаров. Мы по программе «Решаем вместе» на 2022 год жители проголосовали и включаем в обустройство детскую площадку у Магнита, а вот территория дальше, которая требует благоустройства, безусловно, когда-то была одним из любимых мест наших горожан, городка часовщиков, я думаю, что многие проголосуют за эту территорию, и 14 миллионов рублей, конечно, там были как нельзя кстати. И еще одна большая территория, которая тоже требует пристального внимания, она некоторая, несколько у нас заброшена, это Красномирский бульвар. Огромное количество писем люди пишут с просьбой продолжить ее от Дворца культуры, это где мостик, до, по-моему, 19-го дома по Красномирскому бульвару. Там, безусловно, требуется точно так же привести в нормативное состояние дорогу, проезжую часть, тротуар. Мы бы устроили, поставили скамейки, лавочки, хорошее освещение, и это было бы такое продолжение нашей набережной. Огромное количество горожан приходят специально посмотреть на Волгу, отдохнуть с семьями. Очень много пользуются популярностью скандинавской ходьбой там ходят. Поэтому вот за какую территорию жители проголосуют, то и мы будем обустраивать на следующий год. 14 миллионов рублей городу предусмотрено. Также в рамках голосования пройдет конкурс между городами Ярославской области. Победа будет зависеть от активности горожан. Я призываю всех горожан прийти, проголосовать. Тогда у нас есть шанс, если наш город проголосует достаточно уверенно и сильно, получить еще порядка 6 миллионов рублей. Это бы тоже мы могли бы израсходовать на благоустройство нашего города. Голосование за благоустройство одной из 4 предложенных территорий состоится в период общероссийского голосования по поправкам Конституции России.